Здравствуйте, уважаемые зрители, с вами Мастодонт. И вашему вниманию представляю очередное сражение в режиме 3 на 3, карта Казир Литьен. Играю я за космодесант, со мной в команде за космодесант играет Малер 55. За сестер битв играет The Celty Slimy. Наши противники. За Некронов играет Чидарнай. За Космодесант играет Пандо. И за Империю Тау играет Мрантиему. Карта большая. Играю я через оружейку. Ставлю два генератора. Захватываю свои точки. Тут сестра захватывает на точку больше себе. Ну окей. Раз точку она больше себе, на одну больше себе берет, значит, наверное, будет спамить очень много селестянок. Но нет. Я вижу тут две пачки отрядов сестер бит. Может, враж хочет пойти на такой большой карте. Бегу своими разведами, чтобы захватить ключевую точку по центру. Некрон довольно медленный, застраивает всего два генератора. Ему надо больше. Одну точку захватывает Панду, забирает у Некрона. Тау тоже играет на шести точках теперь, и Панду, и Тау играет на шести точках. Значит, у них очень много ресурсов. И на моих разведов нападает тут лорд Некронов. Убегаю я своим одним разведом. Прячусь от него. Вот он, я тут спрятался, подождал, пока он пройдет, и обратно бегу захватывать ключевую точку. Некрон нападает на мою базу, я тут уже застраиваю себе храм бога машины. Пытается убить не строителя. Убегаю своим строителем. И начинаю заказывать себе глайдера. Вот он гоняется, хочет добить моего строителя. Никак не может добить моего строителя. И вышел у меня глайдер, сразу направляю на лорда Некронов. И все-таки добивает моего строителя. Все-таки он гонялся за ним, наверное, целую минуту. И лорд Некронов оказывается теперь уже на базе у Малера. Также на базе у Малера тут бегает командир Тау. Малер решил застроиться теперь турелью. Отступает лорд Некронов. Куда-то убежал, да, далеко телепортнулся. И я переключаюсь на командира Тау.
пытается убежать. Мрантьему своим командиром. Но я продолжаю преследовать. И снова делает прыжок. Вынужден был потратить прыжок. Тут сестра битвы перестреливается с воинами огня. Две пачки пополненных сестер битв с миссионерами. А нет, извиняюсь, три пачки сестер битв. Только начинает застраивать свой пост, который находится в входе на ее базу. Я тут сделал три глайдера, начинаю атаковать Некрона. Расстрелял ему воинов. Теперь пытаюсь расстрелять лорда Некрона. Убиваю лорда Некрона. Начинаю сносить посты. Тут откликаю Некрона всячески. И смотрите, что происходит. Мои глайдеры застряли. Я не могу никак проехаться, пролететь. Вот один вышел, но третий никак не вылетает отсюда. Вот пытаюсь, вообще никак не могу вылезти. И сюда подходит отряд космодесантников ракетными установками, пытаясь улететь, удается. Некрон благодарит космаря за то, что его прикрыли. Сестра битвы начинает застраиваться турелями против Тау. В общем, наверное, всем понятно, что за сестра играет у нас в команде. Ну, Малер тут сделал невидимых разведов, прокачал им плазмоганы. Кстати, я захватил тут точку у Некрона. Некрон только-только ставит систему пробуждения. Уже 9-я минута идет. Все еще в Т1. Спамит тут воинов Некронов. Не застраивает себе термогенератор, потому что до сих пор в Т1. И Малер бежит своими невидимыми разведами. А, я тут написал уже, чтобы Малер тоже был в курсе, что у нас тотальный нуб на сестре битвы играет. Глайдеры стоят у меня на базе, начинаю переходить в Т4. Прокачиваю свои посты. И Тао потихоньку выдвигается на сестру. Давайте посмотрим, что же будет. Есть отряд следопытов.
Но нет, Tower Spike. Играет через Манка. Майя перешел в Т3, сразу идет рашить. Снимает точки. Сбросил сюда дредноутов. Сюда также панда скидывает своего дредноута. Как мы десантников есть ракетные установки, которые разбираются с дредноутами Малера. Также прибежал сюда Тау прикрывать своего союзника. Очень хорошо они друг друга прикрывают. Потом Панда побежит наверх, поможет Некрону. Вот Тау прибежал сюда, прикрывает Панду. По центру бегут разведы, наверное, для подсвета базы. Потерял он своих разведов. Ну, Малер продолжает сливаться. Ему надо было отступать, когда уже подошел сюда Тау. Также и Некрон сюда. Воинами Некронов прибежал. Все троем дефуют Панду. Отступает своими стрелковыми терминаторами Малер. Провалилась его атака. А сестра битву сделала себе танк испепелитель. Также чисто сестры битвы. Никаких селестянок. Сделал Серафимок теперь. О, да, топовая сестра. Малер бежит своими стрелковыми терминаторами на базу к Некрону. Панду прибежал своими космодесантниками. И очередной сброс от Малера. Сбрасывает сюда командора, двух дредноутов. И Некрон начинает высаживать своих свежезывателей. Командор накидывает по генераторам орбитальный удар. А, все-таки застраивает свой термогенератор. Бросил сюда штурмовых терминаторов, ломает пост и Панду. И я начинаю идти в атаку. Решил я все-таки проатаковать Панду, пока он там разбирался с Малером, потому что я видел, как он скинул сюда терминатор своих дредноутов. А он взамен скидывает мне на базу дредноутов. Не знаю, как он подсветил. Он скинул пару дредноутов. Окей, размен базами. Хорошо, я подумал. Сбрасываю орбитальный удар. Уничтожаю базу Малера, терминаторы, сбрасываю сюда свежезыватели Некрон,
Начинаю телепортироваться своими стрелковыми терминаторами. Телепортируюсь своими стрелковыми терминаторами, врубая гилку неуязвимости. И сбрасываю смайт по воинам огня. Начинаю расстреливать тут кризисов, воинов огня, все что вижу. Дредноут под атакой, лендрайдер под атакой невидимок. Начинают погибать мои стрелковые терминаторы, пытаюсь телепортироваться с ними. Да, успел одного спасти. Пытался уйти своим лендом, но не смог. А штурмовые дредноуты разбирались тут с пехотой. Панду и Нихрона. Напишу, что сестра у нас нуб. Ну, в этот момент почему-то ливает Тау. Ну, сестре весело, конечно, стоять АФК, наверное, прикольно. Мою базу тут сносят, никто не прибегает ее дефать. Я успел сбросить другую главку на базе у Малера. И ливает из игры панду, потому что понимает, что все. Союзник ливнул, он потерял базу. Нечего ему больше тут делать. Наконец-то она сделала селестянок. Наша сестра пришла, соизволила прийти, помочь мне. Игра реально была 2 против троих, потому что наша сестра вообще ни в какое сражение не принимала участия. В основном развлекали мы с Малером. Ну, Малер-то он игрок опытный, играет давно. Некрон, потеряв все свои войска, тоже ливает. Я тут сбрасываю уже дредноутов к нему на базу. Вот такой вот бой. Малер по армии набирает 740, я набираю по армии 605, сестра битвы набирает 260, панда набирает 120, Чидарнай набирает 85, Марантьемо набирает 540. Малер убито 52, потеряно 52, уничтожено здание 15, потеряно здание 0. Я убито 68, потеряно 24. Уничтожено здание 8, потеряно здание 4. И наша сестра, смотрите, убита 14, потеряно 46. Уничтожено здание 0, потеряно здание 0. Панда убита 17, потеряно 50. Уничтожено здание 3, потеряно здание 15. Чидарная Некрон убита 22, потеряно 59. Уничтожено здание 1, потеряно здание 8. Марантьема убита 83. Потеряно 25, уничтожено здание 0, потеряно здание 0. Топ-1 по ресурсам занимает Малер. И самый технологичный наша сестра. Ну еще бы прокачать столько отрядов сестер бит. Стоять АФК у себя на базе, пойти слить и еще создать сестер бит. И снова их прокачивать, конечно же. Вот такая вот битва получилась. Не знаю, почему Тау ливнул, может вылет какой-то. Ну, если Тау не ливнул бы, были бы немного проблемы, наверное. Еще бы игра продолжилась бы. Ну,
мы бы играли только вдвоем, сестра битвы стояла бы АФК, либо сливала просто свои войска, либо создавала вообще ненужные войска. Вот. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, всем мира и спокойствия, ребят, пока-пока.